такая понятная. Чайку? Вот сюда. Клади, клади. Клади. Туда я выкину. Сань, ну чего? Мы готовы. Тоже все готовы. Коль, ну чего, давай... Давай, Алёнь, давай ты запишем. Что скажешь? Слышишь, Пас? Оля! Володь, крикни, пожалуйста, Коля. Оля! Ага. А, все. А чем докажешь? Калюнь, как скажешь, мы готовы. Так, секунду, внимание. Да, хорошо. Мотор идет. Раз, два, три. По моей ощущению, был очень хороший дубль. Мне кажется, надо еще парочку. Было не надо никаких надо? Парочек, не надо. Еще парочку. Да не надо никаких слушать. Парочек. Денис, зачем? Парочки нужны только тогда, когда есть откровенно какая-то кому-то что-то не да, это самое. Да, когда проблема какая-то. Тогда нужна парочка. А сейчас вроде бы проблем не пронаблюдалось. Я не знаю, мне очень понравилось. Да, мне тоже очень понравился. Денис, а? Я останусь для тебя, поиграю еще парочку, тройку. Хорошо? Да ну тебя, блин. В моей трубке не осталось табака. Мы все придем шестые сутки в окружении врага. И дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах. Все обречен. Есть просто. И Колю. И Колю ему. Ничего. Я думаю, два ничего. Можно выбрать. Два ничего. И вот первый мне чуть больше. Мне чуть больше. Не-не-не. Да, мне тоже первый чуть больше. Не самый первый, а вот эти два. Нет, не из этих. Первый из этих двух. Из этих двух. Из этих двух. Из этих двух. Вот точно можно выбрать. Это тоже такой прикольный, он такой вот спортивный. Ага. Вот, теперь уже есть кис, и теперь будет все гораздо проще. Я командант Эльче. Командант Эльче. Я командант Эльче Гевара. Чем первое это означает? Да, можешь 170-ю секунду можешь включить? 170-ю? Примерно где-то там. Не хуже этот дубль. Не хуже, нет. Но мне кажется, еще один отстой сделать и все, и на этом остановиться. Да может даже и... Сразу? Да. Сразу, конечно, а что? Все, а? Ребят, еще один дубль и все. В принципе, и тот, и другой хороший. Отлично. Коля, и тот, и другой хороший. Слава Богу. В принципе, задача, в общем-то, выполнена. Слава Богу. Да. Ну один просто вот Санька что-то хочет, не хочет объяснять для чего, он просто считает, что ему надо еще. Ну да, да, да. Нифига, она не прошла, дело не в этом. Нет, не прошла она у него, но он для чего-то хочет еще. Пускай сделает. Давайте. Хозяин. Я на себе так. Мне не важна эта бессмысленная, скучная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как в мире. Прям вот под всем так, когда вот это делаешь. Ты про что? Я про плацию простую, пластинку. Она вся вот такая вот неправильно, не так. Вот здесь не так, вот от канонов нахер, вот все не так.
Поэтому сложно, мы такие, как мы, ну, бывалые люди, но достаточно традиционные. Как Маргулис говорит, на таланте, короче, приходится. Темп хороший. Домой. Знаете, не хочется. Домой хочется, да. Посолка. Все. Ну что, из трех дублей один можно, блин, да? Сто будет. Ну, у нас вообще-то их четыре. Не, ну первый, как бы, мы, первый, да, первый модель, выстрел. Да. Лучше убрать, чтобы не было искушений. Хотя, с другой стороны. Но такая, некий вот нерв такой, чуть надрывный, вот в этом присутствует. Вот в этом дубле. Всеми причем сыгранный. Не одним, не мной напитый, а всеми сыгранный. Вот этот нерв, он присутствует. Ну, по крайней мере, на замороченное ухо так кажется. Не знаю, как покажется зап, но на ухо такое кажется сейчас вот это. Последний. По-любому. Как ты не крути. Колдуны. Ну а как? Ну а музыка же, это же колдовство, по-любому, понимаешь? Да, кроме сыгранности вместе, естественно, это само собой, это понятно. Но в ней еще есть вот эта маленькая вот штучка, вот которая нерациональна. Вот она нерациональна. И нету рацио. Она рацио не просчитывается. Не просчитывается. Нет. Она не просчитывается. Да уж. Она не просчитывается. Ну вот я слушал вот эти вот альбомы, ну правда, достаточно давно уже вот эти, о чем я вам говорил, Beatles, да? Ну вот очень трудно понять, ну что же их не устраивает? Ну нахуй нужен следующий дубль? Ну все великолепно сыграно и спето. Блять, следующий дубль, понимаешь? И вы знаете, я не понимаю, по какому они потом принципу, ну кто, Мартин там отбирал, или кто выбирал потом основной, как бы вот я этот, думаю, что Мартин отбирал. Мартин, наверное, да? Или они вместе, вы его знаете. Вот не факт. Я знаю, что это не факт. Я думаю, он как-то. Я думаю, он как-то. Я не просто так солдат, я командант ВЧР. Я командант ВЧР. А командант ВЧР. Клёво. Так, что у нас осталось, значит? Бас остался сейчас. И гитара. Вот. А вот эти две, они басовые под гитару, конечно. Да. Здесь движение, оно такое, оно все-таки близко к рок-музыке. И оно не будет, конечно, я уверен, потому что на концерт не ломал. В этом смысле-то это две песни, которые мы сыграем. Вот что дальше будет. Дай Бог мне силу, чтобы достойно подойти к своей черте. Ведь я не просто так солдат. Спасибо большое.